В ателье Белоярского шьют изделия для военного госпиталя. Елена Логинова уже отправила в зону СВО партию постельного белья. Теперь здесь готовят послеоперационные халаты. Для отправки в госпиталь каждый халат упаковывают в индивидуальный пакет с открыткой. Белоярцы пишут теплые слова для солдат и медиков. Добавлю, швеи-волонтеры развернули производство практически по всей Югре. Мастерицы шьют термобелье, шапки, балаклавы, а также верхнюю одежду и маскировочные сети. Мы нашли группу сургутскую, начали переписываться с девочками, они нас присоединили к группе «Нягань». И в «Нягань» мы начали, с «Нягань» мы начали перезваниваться, они нам отправили первую партию тканей, мы отшили постельное белье для госпиталя, потом они нам отправили деньги, мы закупили ткань для халатов послеоперационных, вот. Ну и как бы вот так вот постепенно работаем. Мы тоже свою душу вкладываем, мы болеем, молимся за солдат. Хочется, чтобы это быстрее все закончилось и победа была за нами.